В общем, пришла такая кнопочка. Вот. Хочу поставить вместо глушек или сюда, или сюда. Чтобы отключать магнитолу. Высаживает аккумулятор, даже выключенная. Капец. Вот. Сейчас я подключусь к прикуривателю. Здесь нужно минус габариты. Вот плюс. Это будет тоже, что же подсветка есть. Вот. Ну и также, соответственно, плюс возьму от самого прикуривателя. А другой плюс, вот этот, пущу уже один провод на плюсовой магнитолы, чтобы ее можно было вот отключать с кнопки. Ну, захотел так сделать. По культур-мультур они там разные есть. Там есть с ноткой, есть с динамиком. Я вот взял с вот таким андроидиком. Уже проверил на аккумуляторе. Сам андроид горит при габарите. Когда включаешь кнопку, загорается зеленый индикатор, то есть включается магнитола. Но суть не в этом. Сейчас надо добраться до сюда. Вот. Открыл панельку. Блин, эта машина меня удивляет с каждым днем все больше и больше. Я тут нашел вот такой какой-то пакетище. Пакет. А в нем я не знаю, что это такое. Что это? ЭБУ? Или что это? Блок сигнализации? Я, короче, в шоке. Ну, наверное, ЭБУ. Тут, кстати, вот печку, видать, вырезали, чтобы снять ее или поставить, короче, клеем, клеевым пистолетом проклеивали. Вот, как-то так. Короче, кулибничали. Так, вот, открыл вторую сторону. Мужики. О, какая-то, пожалуйста, бабка-ёшка, ёханый бабай. Да, это похоже на блок, друзья, ЭБУ. А чё он в пакете? Я так и не понял до сих пор. Наверное, так на заводе устанавливаю. Возможно. Но я не знаю, я не специалист. Вот эту крышечку так задолбали, закоцали ее всю. Она открывается по-чокнутому. Надо с той стороны ее поддеть, чтобы вот так она открылась. Ну, сделайте вы с этой стороны, чтобы отсюда что удобнее поддевать. Разъем вот там должен стоять. В общем, вывел я разъем вот так вот через крышку, чтобы ее не теребонькать каждый раз. Вот так защелкнул ее и туда опустил. Все. Прибор как бы здесь. Включается, выключается. Вот. Как-то так. Это я поставил. Для своего же удобства. Вот это открутил, потому что оно мешалось. Сдвинуть, чтобы его можно было сдвинуть. И разъем становился спокойно, свободно. Ну, затеребонькали эту крышку. Ну, реально, чем ее только не ковыряли, мужики. Вот почему-то вот пытаются все с этой стороны. Хотя вот здесь есть выемки. Вот, ее нужно поддеть с той стороны. Ну, очень удобно. Вот подлезть туда и поднять. Неисправимые. Неисправимые. Так, какая-то иголка еще лежит. Надо вот это все повыкидывать. Может, тут какой заговор. Вот. Баба-яга. И игла. В нос воткну сейчас. Вот так вот. Не знаю. Чего тут только я не нахожу. Машинка, да, она, конечно, грязная. Еще ничего я не делал. Рабочий автомобиль. Это еще надо поменять. Это ж качественная кожа. Кожа, рожа. Вся истертая до дыр. Вот как так? Не понимаю. Все, сейчас снимаю вот эту фигню. Все, друзья, порядок. Проверяю. Это габарит
человечек подсвечивается. Вот. И проверяю теперь магнитолу. Все подключено. То есть включаю, заживается, загорается, зажигается зеленый свет. И магнитола сама включается теперь. Вот. Как показать-то вот так вот, да? Вот, отключаю. И магнитола выключается. Раз, кнопки потухли. Все. Отсюда уже ее не включить. То есть за место ключа здесь нет этого среднего положения. Здесь либо выключено, либо включено. То есть включено, это загораются все приборы, включается все, что можно, да, насос там и так далее и тому подобное. Поэтому на ключ магнитолу подключать не вариант. Поэтому на кнопку. Вот, как-то так. Имитируем включение зажигания. Все, магнитола включилась. При этом можно ее здесь выключить, друзья. Но она будет в фоне работать, как будто эти два провода плюсовых спарены, если ее не выключить. И в фоне она жрет аккумулятор просто капец как бездесный. Стоит два дня не завести машину, на третий она уже не заведется. Она ее высосет. Эти GPS, эти интернеты, вот, с кнопки просто так ее не выключить. Обязательно красный провод нужно ставить на замок. Либо вот как я, сделать на кнопку. Можно теперь ее отключить. Пошел разрыв. Все, теперь она в фоне висеть не будет. Вот она выключена, да? Включить уже ее невозможно. И также, если она была выключена магнитола, вот я включаю, и она также включается. Ну, то есть, как от ключа. Не нужна, пожалуйста, здесь можно отрубить. Можно отрубить ее здесь. В общем, доволен. Надеюсь, помогло. Ну, а это у меня вот здесь оно жестко, никуда не девается. Может, кому-то пригодится. Кстати, надо поставить сюда либо торкию, либо еще какую приложуху, да, OpenDiag у меня есть для диагностики. То есть здесь включил, по Bluetooth соединился, могу посмотреть эти все датчики, сбросить ошибки прямо с нее. Ну, хотя с телефона удобнее, но тем не менее могу даже и с нее это все дело сделать. Здесь поставил отключаемый, чтобы тоже нам лампочки не горели, лишнее не жрало. Вот, как-то так. У меня фонарик на лбу надо выключить. Потому что закручивал винты, болты. А так темно, да? Так посветлее. Все, все работает. Я доволен как слон. Всем пока, друзья. Вот. Как-то так.